Итак, нейрон. Нейрон – это компонента, из которой состоит вся нервная система человека. Почти все нейроны устроены примерно одинаково. Итак, у нейрона есть ядро нейрона, которое называется также телом нейрона. В теле нейрона накапливается электрический заряд. Из тела нейрона есть множество отростков. Есть маленькие отростки, есть большой отросток. Маленькие отростки называются дендритами. По этим отросткам сигнал от других нейронов приходит к нашему нейрону. Есть большой отросток. Этот отросток называется аксоном. По аксону нейрон передает сигнал к другим нейронам. Место, где аксон другого нейрона соединяется с дендритом нашего нейрона, называется синапсом. Синапс – это место соприкосновения дендрита и аксона. Синапс может быть сильным, а может быть слабым. Если синапс сильный, то сигнал, который передан по аксону нейрона, практически полностью перейдет к нашему нейрону. Если же синапс слабый, то практически никакой заряд не перетечет от аксона другого нейрона к нашему нейрону. Синапс может изменяться со временем. В зависимости от обстоятельств, синапс может становиться сильнее, а может становиться слабее. Именно с настройкой синапса и связана тренировка биологической нейронной сети и, соответственно, нервной системы человека.